Привет всем, ребят. Вот Ховер H3 с двухлитровым движком. Была засада такая сильная. Тянуть перестала. Все тише, тише, тише ехала. Катализатор удалили. Вроде бы как бы ожила. Видео у меня там есть одно. Вот, это ненадолго хватило. И машина угасла. Буквально там в районе 40 тысяч она проехала. Пробег небольшой этой машины. Отдал в сервис. Месяц ее мучили. Я уже все надежды потерял. Не знаю, что делать. Вот. Мастер объяснил. Вот я только что забрал. Все сделали. Мастер объяснил. Говорит, очень много ряд причин было. Там, говорит, и бензонасос вроде бы там как бы заменили. Говорит, что-то там как бы сначала все параметры сходили. Все нормально было. Все датчики поменяли. Вот. Ездил куда-то в магазин, договаривался, там датчики, там сначала коленвала, там фигала, там все, что только не можно было. Там единственное, только, говорит, даже залезли в распредвал, там все нормально, все четко, думали, рокера стерлись. Мощи не было вообще никакой. Вот. Единственное то, что они не сняли, прокладку не стали между головки и блока туда смотреть. А то, говорит, еще и мысль такая была, чтобы туда залезть. Диагностика ничего не показывала. Вот. Но куда он, говорит, не обращался, в другие сервисы. Говорит, ты, говорит, вот это, говорит, поменяй какой-то там датчик, а потом приезжай. Говорит, ну, в итоге, чтобы не усложнять работу себе. Вот, посылали. В итоге дальше что мне рассказывает? Говорит, загнали, говорит, ну, уже, говорит, все перепробовали, говорит, и один диагност какой-то, там, я не знаю, компьютерный гений, вот, как бы вот есть такая штука, прошивка. Прошивку менять не стали, а, говорит, компьютером как-то вот загнали программу, которая отвечает за все датчики по машине. Говорит, был какой-то сбой. Сейчас машина летит, в принципе, вот с сервиса приехал, довольный, еду как человек, а то я ехал, аж пригибался, чтобы меня люди там не заплевали, блин, из-за того, что медленно еду. Вот такие вот дела. Ребят, кому была полезная информация, ставьте лайки, кому нет, дизлайки. Подписывайтесь на канал, всем удачи, пока.